Курьезное ДТП произошло накануне в одном из сел Староскольского округа. У здания сельской администрации угнали КАМАЗ, груженный семенами кукурузы. Водитель грузовика припарковался, оставив ключи в замке зажигания, а буквально через пару минут увидел, как КАМАЗ уезжает в неизвестном направлении. На другом автомобиле он пустился в погоню. Большой груз удалось догнать уже на выезде из села. Автомобиль двигался с перевернутым прицепом, а горе-угонщик даже этого не заметил. Как оказалось, он был в сильнейшем алкогольном опьянении и даже не помнил, как попал в село. КАМАЗ ему понадобился, чтобы добраться домой, в город. Личность подозреваемого в полиции установили быстро. Мужчина 28 лет успел засветиться во всех возможных профилактических учетах. Не раз привлекался к административной ответственности, а в начале этого года был лишен водительских прав за пьяную езду. Теперь он понесет уголовное наказание за угон автомобиля и повторное вождение в состоянии опьянения.